Что, по-вашему, эзотерика — это преднаука и что-то еще? Эзотерика, в моем понимании, это наука, изучающая везение другого человека. Я для себя объясняю свою эзотерику, которая отличается от эзотерики, которую пропагандирует кто-либо. Именно поэтому меня называют горе-эзотериком и так далее. Я могу сказать, что моя эзотерика — это моя идея, как с помощью невидимых элементов изменить судьбу человека в сторону тотального везения. Я обычно говорю, что объяснить, почему человеку тотально везет, а другому человеку тотально не везет, может только что-то необъяснимое. Вот я попытался разобраться в том, что такое везение, и попытался разобрать эту тему, и из нее создал вот такие механизмы изменения главного принципа, который называется принцип везения. Поэтому, когда человек долго занимается по моей эзотерике, хочет он или нет, он 100% в дальнейшем придет к тому, что ему будет тотально везде, всегда очень вести по жизни. То есть это везет в деньгах, везет в семье, везет в здоровье, везет во всех, там, в молодости, в счастье, во внутренних отношениях. Вообще уникальность эзотерики, которая, или уникальность моей школы, ну, прежде всего доказана моей жизнью. Я достаточно успешный, достаточно богатый, достаточно там, решительный, отважный, достаточно влюбленный, достаточно счастливый, там, дети, там, победил онкологию и так далее. Это самая настоящая эффективная эзотерика. Я старался даже не брать методы, которые преподает другая эзотерика. Почему? Я решил рассмотреть этот вопрос не с позиции почерпнуть что-то где-то у кого-то, а с позиции все-таки создания уникальной авторской системы или авторской методики. Ну а там начало получаться так, когда что-то новое делал и занимался по этой методике, появлялось что-то другое. Ну и вот так произошло, наверное, эволюция той эзотерики, которую я называю эзотерикой. Ее нужно изменить и название нужно дать другое, потому что в целом та эзотерика, о которой я рассказываю, это, наверное, каша-малаша, которая сделана, ну, из совершенно каких-то до этого неизвестных методов. Это методы использования шумов ситхи-саунд, каких-то символов, язык магов и так далее. То есть очень-очень много такой очень уникальной авторской информации.